Вырезки из газеты, биографии тех, кто участвовал в битве на Курской дуге, украшают стенды памяти и гордости. Ожесточенные бои длились с 5 июня по 23 августа. Курская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой. С обеих сторон было вовлечено свыше 4 миллионов человек. Около 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и 12 тысяч боевых самолетов. Масштаб битвы побил рекорды предыдущих сражений и стал роковым для противника. Разгромлено было 20 оборонительных дивизий, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1500 танков и около 4000 самолетов с 3000 орудий. Победой под Курском и выходом советских войск Днепру произошел коренной перелом в ходе войны. 91 участник той битвы – наши земляки. Среди них уроженец Насыркорта Муса Аушев. Сегодня его дочь Мака Аушева пришла на выставку, чтобы почтить память героя. Адильгерей Мальсагов, Ахмед Султыгов, Султан Беков, Гелани Мальсагов и многие другие. На стенде, посвященном героям Курской битвы, в музее краеведения представлены только 50 фотографий отважных защитников Отечества. Но поиски информации и исторических документов здесь не прекращаются ни на один день. В нашей выставке фотодокументальной мы особый акцент делаем на наших земляках, которые принимали активное участие в этой битве. Они заняты во многих видах войск, есть и артиллеристы, и пулеметчики, связисты. Особенно хотелось бы отметить Бекова Гапурбека Наибовича 1920 года. В 15 лет он попал в высшую школу связи в Москве. После ее успешного окончания он пополнил ряды Красной армии. К началу Великой Отечественной войны его воинское подразделение дислоцировалось в Воронеже. За годы Великой Отечественной войны он удостоился нескольких боевых наград. Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны первой и второй степени. С августа 1943-го Красная Армия начала переходить с обороны в наступление сразу на нескольких фронтах. Подвиг этих солдат и офицеров еще больше укрепил веру Советской Армии, что их дело правое, и за победу можно отдать все. Далее Асканова, Адам Гулуев, Адам Далаков, Новости 24.